объекта самообороны от захвата за запястье. Сонмок Сенсуль или Сонмок Суль. Первое. Раздел Пеги. Срывы захвата. Партнер выполняет захват за запястье. Мы оживляем кисть. Делаем ее сильной. Шагаем прямо. Центр тяжести соперника. Потом выполняем воздействие рычагом на основании большого пальца. Вниз. И с той руки мы сейчас. Пеги. Пеги. Кима сейчас. Первое движение с вами вниз. Второе движение. Пеги горизонтально. Выводим кисть ладонью вверх, но при этом делаем это не поворотом кисти, а именно с использованием массы. Чуть-чуть работает корпус у нас. На. И теперь в горизонтальной плоскости ведем свою кисть. Также выполняем давление на основание большого пальца, только в горизонтальной плоскости. И когда мы раскрыли пальцы партнера, переворачиваем свою кисть ладонью вниз. На. Туль. Кима сейчас. На. Туль. Пеги. Вверх. Оля. На. Точно так же выводим руку не за счет силы руки, а за счет поворота корпуса. На. Дуга. Туль. Шаг вперед. Обязательно шагаем в центр тяжести соперника, то есть посередине. Сет. Ошибка, если мы делаем движение по прямой. В таком случае партнер может перекрыть доступ к центру тяжести локтем. Поэтому нам нужно выполнять движение изначально по дуге. Пеги номер 4. Вращение. Выполняем шаг уже не в центр, а немного наискосок к ноге соперника. Она. Открываем руку, оживляем ее и разжимаем пальцы рычагом. Туль. Она. Туль. Она. Она. Туль. Она. Туль. Пеги номер 5. Освобождение проходом за спину. Первым движением мы растягиваем партнера, вытаскиваем его на себя. Опять же, не рукой, за счет поворота корпуса. На. Делаем шаг противоположный. Ногу. Если нас хватает за правую руку, значит шагаем мы левой ногой. На. Туль. Прошли за руку. И теперь рычагом освобождаем руку. Сет. Пальцы вниз. На.